Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Castle Crashers, и мы продолжаем, в общем-то, поехали. Следующая локация — поле с высокой травой. И понеслась. Так, я поменял, само собой, оружие и зверька, потому что предыдущие меня немного не устраивали, но теперь будет более-менее, надеюсь. Так, ну и поехали дальше. Так, здесь медвежата есть. Так, как можно дольше придется не бить их молнией. Довольно долго я держусь в воздухе. За это, по-моему, если не ошибаюсь, дают ачивмент. Ну, или ошибаюсь на самом-то деле. Но что-то подобное я слышал раньше, про то, что нужно продержаться какое-то количество времени в воздухе, но сам-то я хз не помню. Так. Все. Братишка умер, так что вязать молнию мне не пришлось. И нам попадут сейчас большие панды, если я не ошибаюсь, если мне не подводит память. Так, ну одного сжег. Ух ты, это ребята с молнией. Ух ты. А, я забыл, я же получил новое умение, я теперь могу кидаться шариками с молнией. Ой. Получается. Так, ну, я качаюсь магию, так что чаще нужно использовать магию, как-никак. Все-таки качаемся через магию и броню, так что обычные удары иногда нам будут бессмысленны для нас будут. То есть мы вряд ли сможем хорошо убивать. О, а вот барашка я бы взял. И барашка я получу... Баранёнка, точнее, ой. Волк. Барана я получу только после того, как... одолею этого босса. Так, и у меня 8 уровень. Неплохо, неплохо. Так. Ой. Закрутил меня парнишка. А, ничего страшного, я разберусь. Ой. Так, нет. Хорошо. А, нет. Блин, все равно попался на его вихрь. А, да что ж такое? Почему он? Давайте как можно сильнее его отделаем. Просто хотя бы сначала физическими атаками, а потом уже будем про магические и так далее. Да, проблема магических атак в том, что их тяжело юзать. И меня сбивает с ног этот баранчик. Да, кстати, надо бы юзать зелье, только я уже не помню как. А, все, вспомнил. Лол. Тут уже кнопочку, на которую и стрелы использовать. Так, стоп, тварь. Нет, еще не удар. Воу. Да. Довольно сложно, когда долго не играл в игру. Пытаться ее пройти заново. Довольно неудобно все это. Заходи, я расскажу тебе о животных. Но я знаю на самом деле, что этот барашек делает. Он сбивает с ног соперников. И, в общем-то, ух ты. Иди сюда. На. Так. Ой-ой. А! Ух ты. Барашек свое дело знает. Ой. Ну это хорошо, но я могу отъехать со временем. Так, хорошо. Ой, лол. Барашек-то не промах. Хороший моб, на самом деле. Да ладно. Блин, могу зацепить панду. Ну, в общем-то, на этом все, наверное. Они уже почти дохлые. Так, и все, идем дальше.
Да, фух. Фух, с этим мы разобрались. Кстати, это был мини-босс. Надо бы перекусить, так сказать. Ой-ой. Здесь нужно защищаться, чтобы пройти дальше. Мне нравятся их лица, когда я начну подходить. Ой. Вот, вот это. Медвежонка довольно забавное лицо, но это такое. Так, окей, идем дальше. А, и здесь придется опять сражаться. А. Да ладно. А, ну, хотя бы одного натамажил. Ой-ой-ой. Главное не попадаться на этот ветерок. Остальные ребята могут подоспеть вовремя и немножко меня продамажить. А этого я не хочу. Так что придется уклоняться. Уже оружие. Интересненько. Так, и я нашел дубину. Обычную дубину из обычного дерева. Ну ладно, ничего страшного. Ну, точнее, ничего страшного, а вроде неплохо. Я не знаю, на самом-то деле, сколько она дает статов, но попробую потом. И, кстати, здесь есть секретик. Там можно найти медвежонка, зверька. Но для этого мне нужны бисквиты, или как их... Как же это называют? Сэндвичи. Сэндвичи для того, чтобы увеличиться и пройти сквозь эту стену. Так, здесь мы видим, как воруют принцесс. Их две, там где-то еще одна должна быть. Так, хорошо. Так, ну, надеюсь, я его убил, да. Парнишку я убил, отлично. Так, ну и все, это конец этой локации, в общем-то. Ничего сложного. Еще подраться с мухами. Ой, с мухами. С летучими мышами. Так, и сейчас начнут капать слизи. Слизняки. Да, если они нацепятся на голову, будет очень плохо. Но, поэтому придется махать мечом, как попало. Ой-ой-ой, все-таки напал. И напрыгнул. Да ладно. Еще один. Ну, алло, будете дамажиться? Так, ну, двое отъехало, отлично. Хоть какая-то хорошая новость за сегодня. Так, еще один. Хотя была хорошая новость, то, что барашек мне... Барашка мне дали. Баранчика, в таком случае. Лучше я называю барашка. Бывает. Почему не дамажится? Да ладно, все-таки прицепился. Кстати, за этих ребят мне должны дать опыт, и я еще один уровень должен получить. В том случае, так, нужно немножко побегать, немножко подлечиться. Наверное, но пока что еще, думаю, рано. Нужно подождать, пока еще раз надамажит меня кто-нибудь. Или просто наступать. Хотя мне не обязательно, так как я получил левел. Не особо-то не нужно. Да. Ах, все-таки негодяи цепляются. Так. Ну почти разобрался. Все, больше нет вас. Да, ну и дальше идет босс, из которого выпадает... Так, здесь я не помню, на самом деле, как с ним сражаться, с этим боссом. Давайте пробовать. Ой-ой-ой. Все, вспомнил, в общем-то, нужно бить, и как только открывает рот, нужно сразу же уворачиваться. Ой.
Так. Аккуратно, потихонечку. Начинаем дамажить. Ну не начинаем, продолжаем дамажить. Тут как только она нас облизывает, наносит нам урон, она сразу же начинает взлетать и пускать навоз на землю. Как-то так. Так, поднимаем нового зверька. Хорошо, но все-таки я барашка... Баранчика заберу. Он будет пополезнее, мне кажется. Так. Блин, негодяй ворует на золото. Хорошо, нехорошо. Так, ну, в общем-то, 600 экспириенса, 200 голды, почти. 150 почти. В таком случае. Так, ну давайте апнем это. Броньку, магию и силу. В общем, как-то так. Так, и у нас есть вариант пойти либо на механический замок, в механический замок в таком случае, либо с... светшее поле. В общем-то, если мы пойдем сюда, то мы не сможем продвинуться дальше, потому что нам нужен бисквит, который мы сможем найти дальше по локациям. В общем-то, короче, сюда пути нет, механический замок, так что нам придется идти на цветущее поле. Хотя, в общем-то, это был один босс. Ладно, можем еще одного завалить, ничего страшного, я думал заканчивать эпизод после каждого босса. Ну, давайте посидим еще немножко. Так, ну, ух ты, ух ты, интересненько. Кстати, я могу скинуть... Нет, не могу. Я думаю, я могу скинуть царя с лошади. Это, по-моему, делается при помощи бомбочки. Нет, не делается. Ладно, ничего страшного, так. Нужно либо дождаться, пока они побьют короля. Загасим этих ребят. На самом деле, каким-то образом можно было скинуть короля и самому прокатиться на лошадке. Это такое... Это уже нельзя. Ну, или можно, но... Я не знаю как. Теперь... Ух ты, появились пчеловоды, которые открываются после... Ой, я не помню даже, каким рыцарем нужно играть, чтобы открыть пчеловода. Если не ошибаюсь, то синим. А, нет. Либо красный. О, вот, все. Эй, я получил. Я получил лошадку. Вот это уже интереснее. Все, в общем-то. Лошадка моя, король. Никак иначе. Лол. Наверное, забавно выглядит. Так, ну, поднимаемся. Конечно, не на полную мощность меня закинули, но ничего страшного, тоже нормально. Так, ладно. И здесь можно использовать магию. Здесь сам проще всего попасть, потому что здесь одна плоскость. Ничего такого нет. Так, ой-ой-ой. Бомбочки-то... А это нечестно. Я отгребаю. Хорошо. Все-таки попадаю. Ладно, давайте молнии немножко побьем. Так, надо перекусить. Кто не выжил. Все, этому голову отрубили, этот тоже умер. Отлично, идем дальше. Сейчас должен появиться большой этот. Ты, как я попал в них так хорошо. Интересненько. Никакого экшена не произошло, ну разве что боссы. Боссы интересные, а как обычные враги пока что, можно сказать, изи. И на них никак не различишься. Но ладно, ничего страшного, все равно пройти игру надо. Ух ты, как я круто опустился к вертолете. Так, хорошо. Блин, нет, все-таки атаковали. Да ладно, что такое. А, это баран сбивает с ног.
Сори. Сори. 50 мне показалось 12. Ну, о, отличный осколок. Хорошо. Ой, ой. Этот громила поднял, не нужно. Банан, банан, фак. Блин, а я надеялся на этот банан. Ну, ладно, ничего страшного. Так, идем дальше. В общем-то, с Громилом мы разобрались. И сейчас будет второй босс. Так, ну. Ох, отлично. Вот он. Вот как раз и он. Утащил нашу принцессу. Так, ну, давайте разберемся с этими ребятами. Все наши рыцари, которые нам помогали, разбились об торт. Точнее, нет, я единственный, кто приземлился на торт в таком случае. Остальные все просто упали на землю. Ну и потихоньку отъехали. А, да ладно, сейчас могут зажать и просто начать бить, и я не смогу даже уйти от них. Но постараемся сделать все как можно лучше. Так. Блин, барашек довольно часто сбивает их с ног, поэтому я не смогу должным образом их избить магией. Надо будет поменять потом зверька. А что ж такое? Сейчас не попал в магии только из-за того, что барашек сбил врагов. И сейчас нужно будет немножко пополнить здоровье свое. Здесь довольно много еды, так что с этим проблем быть не должно. Так, ну. Вроде минус несколько есть. Я не помню, я их не считал на самом деле. Так, заберем денежку. Также перекусим. Всякие торты. Ну, почему бы и не съесть? Собственно, мы пришли на праздник, как-никак. Хоть нас и не звали, но все равно. Так, ого. Сказать не нужно, но вспомнил, что одного прокаста недостаточно для того, чтобы купить. Так, а что это такое? Это яйцо или печенье? Похоже на... Судя по шоколадным, так сказать, по шоколадной крошке, это печенье, но судя по форме, это яйцо. Так, ладно, не будем над этим задумываться. Сейчас есть более другая задача, это победить их рыцарей. Ой-ой-ой. Так, ну хорошо. Вроде неплохо так подамажил своей магией. Так. Да ладно, они такие прочные, ничего себе. Ребята могут, когда хотят. Но довольно прочные, их уже тяжелее убивать, чем тех же медведей. Или тех же пчеловодов. Хотя пчеловоды, на самом деле, слишком изи были. Потому что со мной были рыцари, помощники. Но я сейчас один, так что, может быть, именно из-за этого. Так, хорошо. Все, минус последний. И еще одна волна нас будет ждать. Так, давайте съедим мясо. И сейчас ворвутся еще одни ребята. Вот из окна должны, да. Один из окна должен был выйти. Второй вот. Хорошо. Вроде бы полный прокас выдал в одного из рыцарей. Думаю, неплохо. Так, я новый уровень, шикарно. Уже два уровня получил. Так, что-то я слишком долго вью. Я слишком высоко поднялся. Так, ну давайте подберем монетки и пойдем дальше. Так. Ну и сейчас босс, а нет, не босс, еще не босс, еще не босс. Так, эти. Ух ты. Я сразу двоих поднял, прикольно, прикольно. Ну это на самом деле не так уж сложно, но все-таки довольно забавно, когда они по 4, по 5 человек летают. Такое. Сгорите. Нужно поднять гем. Все, а из этого ничего не было. Печально, печально.
Так, ой, я уже не помню, что с этим делать. Братишка, ой. Все, вспомнил, вспомнил. Да ладно. Так, немножко попьем водички, а то будет все очень плохо. Нужно его убивать как можно быстрее, потому что эти штуки будут очень часто стрелять, и с каждым разом все чаще и чаще стрелять. А что ж такое? Да ё-моё. Да, все-таки быстрее начинаю стрелять. Это его не надамажило даже. Так, ну что ж такое? Да, слишком быстрый, братишка. Так. Да, все быстрее и быстрее начинает стрелять эта пушка. Конечно, увернуться от этого довольно просто, но. В некотором плане это довольно напрягает со временем. Да. Окей. Ой-ей. А фак, все равно попало. Так, гори, фак. Очень быстро. Но, по сути, это не влияет. По сути, мне главное следить за этими красными огоньками, дабы я на них не попадался. И опять сел за свое пианино. Очень быстро, очень быстро. А, поедем быстрее отреагировать. Давайте поедем. Как поедем? Так, отвлекись немножко. Иначе будет все плохо. Так. Может, ты уже останешься за своего пианино и пойдешь драться? Да лол, что ж такое? Так, сдохни. Все, хорошо. Мы победили. Конечно, по сути, напрягало только то, что взрываются бомбы, а так, по сути, он... Хотя, он очень довольно быстрый был, так что с этим были проблемы. Так, и принцессу забрал. Вот негодей. Так. Окей. Ну и сейчас нам придется... еще поиграть, в общем-то. Как-то так. Сейчас придется поубивать всяких там лебедей или людей, рыцарей, которые будут прыгать к нам на карету. Ну, это довольно просто. Просто можете подпрыгивать и бить. Ну, в общем, у меня только одна стратегия — подпрыгивать и бить. Хотя вот, в общем-то, на голову братишки скидываю. Братишки циклопу скидывают этих рыцарей. Но он не хочет останавливаться. А жаль, жаль. Было бы круто. Так. Ну, вроде бы пока все. Теперь начнут воры лезть сюда. Ой-ой-ой. Ай. Бомбочки эти напрягают, мало того. Ух ты, это тот самый кот. Лол, я забыл. Да ё-моё, еще и вор. Да, главное ему стрелять в глаза, чтобы он не успел атаковать нас. Так.
Ах, да ладно. Не успел. Да что ж такое? Так, ой-ой-ой, не туда, в ту сторону. Да нет, не, ты не выстрелишь больше. Я сказал, ты не выстрелишь, значит, ты не выстрелишь. Все отлично. Ой. И еще тут один остался, братишка. Так, все. Мы падаем. Что поделать. В общем-то, и что мы делаем? Заходим сюда, потом выходим назад. Сначала перекусим. Потом можно выходить назад, и нам дадут нового. А ладно, что, не выпускают? Ну, придется, значит, сражаться с этими ребятами. Странно, что слизняки не нападают на рыцарей. Это странно. Да ладно. Я всего лишь хотел подобрать ягоды и выйти назад и получить нового питомца. Это, если не ошибаюсь, орел. Точнее, орленок. Ой-ой-ой. Ну, хотя бы новый уровень, и то хорошо. Так. Так, ну, вроде бы все. Нет, я выйду назад, и мне надо... А, не, это котенок, оказывается. А что котенок делает, я не помню уже. Ладно. Ладно, в общем-то, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если вам нравится, само собой. Ждите новых видео, выйдет довольно скоро. Я решил, может, даже и записывать по несколько эпизодов сразу, но выкладывать раз через один день, в общем-то, видео. Так что можете ждать скоро, довольно скоро будет. Так что, ну, в общем, на этом все. И всем пока.